Недавно, во время дорожных испытаний, был замечен закамуфлированный прототип новой Jetta. А это означает, что скоро появится совершенно новое поколение, или большой рестайлинг, аналогичный по масштабу, что Volkswagen применил к Atlas. Очевидно сказать, мы пока не можем. Однако представить внешний вид новинки у нас есть возможность уже сейчас. Судя по первым прототипам, профиль седана не получит больших перемен. А самые существенные изменения произойдут в передней и задней части, где появится новая оптика, переработанные бампера и узкая решетка радиатора со светодиодной полосой во всю ширину авто. Фотографий салона пока нет, но мы предполагаем, что именно интерьер получит самые большие изменения по сравнению с нынешним автомобилем. С большой вероятностью стоит ожидать огромного парящего экрана и других элементов от последнего Passat. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!